То, что скрыто под землей, можно найти из космоса. На помощь геологам-поисковикам пришли геологи-программисты. По заказу Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края разрабатывается компьютерная программа для прогнозирования золоторассыпных месторождений по цифровым моделям рельефа Земли, получаемым с космических спутников. Месторождения рассыпного золота есть почти на всей территории Забайкальского края. На многих из них драгоценный металл добывают десятки и даже сотни лет. Поиск новых россыпей традиционными методами – дело дорогостоящее. В 2012 году Министерство природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края заключило государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Ореол». Эта организация занимается разработкой электронных технологий в области геологии. По данным радарно-космической съемки, то есть по рельефу Земли, можно определить, вот в каких долинах речных более благоприятно это золото отлагается, а в каких менее благоприятно. Дистанционные методы прогнозирования золотоносных россыпей значительно снижают затраты на геолого-разведочные работы. Прогнозировать дистанционными методами, которые сейчас наиболее в моде, что называется. Так, а в моде потому, что значит, чем меньше тратишь денег, получаешь достоверную информацию. Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы для горнодобывающей промышленности – одна из главных задач Министерства природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края. Инвестируя средства краевого бюджета в данную работу, конечно же, мы предполагаем главное – это максимально вовлечь новые месторождения золота в работу, тем самым, естественно, увеличивая показатели экономики нашего региона. Программа прогнозирования именно рассыпных месторождений актуальна для нашего края, ведь добыча золота из россыпей составляет более 60% от общей золотодобычи. Людмила Бузинова, Татьяна Березовская, Дмитрий Денисов, Вести Чита.